К нам в рубрику «Мобильный репортер» прислали видео с тренировки по регби. Она была организована одним из тренеров Академии регби ЦСКА. Занятия проходили на футбольной арене на Старонагорной улице. Многие считают регби не очень популярным видом спорта, и напрасно. В России в настоящий момент действует более 360 регбийных клубов. Этим видом спорта увлечены порядка 20 тысяч человек. Видно, тренировка по регби собрала 17 мальчишек и девчонок самых разных возрастов. Причем многие из них занимаются и другими видами спорта – футболом, баскетболом и даже мотоболом. Внимание! Мероприятие стало еще и небольшим состязанием. Ребятам необходимо было на время преодолеть полосу препятствий, которая состояла из элементов, применяющихся на тренировках регбистов, и в течение 30 секунд несколько раз повалить специальные подушки. На них отрабатывается силовой контакт с соперником. 14! Давай, давай! Стоп! 15! 15! Организаторы планируют проводить подобные мероприятия на постоянной основе и привлекать к нему как можно больше молодых людей из разных видов спорта. Участие в нем совершенно бесплатное.